Добрый вечер. Эфир телеканала «Кубань-24» продолжает вечернее ток-шоу «Через край». Меня зовут Денис Сидоров. Спасибо, что вы с нами. До календарного лета осталось ровно 2 недели. Но на Кубань теплая и солнечная погода традиционно приходит раньше. А значит, жители нашего региона больше, чем в среднем по России, страдают от вредного ультрафиолета, солнечных ударов, укусов насекомых и даже пищевых отравлений. Какие опасности таит в себе любимое многими время года? Можно ли подготовить свой организм к жаре и активному солнцу? Какие лекарства должны быть в аптечке отпускника? На эти и другие вопросы ответят сегодня гости в нашей студии. Мы готовы начать, и я с радостью представляю наших экспертов. Дорожкова Галина Анатольевна, заведующая центральной диспетчерской станции скорой помощи. Здравствуйте. Здравствуйте. Хатхири Рита Руслановна, терапевт Центра медпрофилактики. Добрый вечер. Сегодня с нами Рудских Игорь Викторович, директор муниципального унитарного предприятия «Парки инвестиций и туризм», город Краснодар. Добрый вечер. Добрый вечер. И, конечно же, Рыцарев Юрий Олегович, заведующий приемным отделением специализированной клинической инфекционной больницы Министерства здравоохранения Краснодарского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что нашли для нас время этим вечером. Ну а для телезрителей я напоминаю, что вы можете позвонить к нам в студию, задать вопросы экспертам, либо поделиться своими впечатлениями, может быть, от прошлого лета и предостеречь наших телезрителей от проблем, с которыми можно в этот сезон столкнуться. Сделать это можно по телефону 274-11-14, код Краснодара 861. Звоните, мы работаем в прямом эфире, звонки принимаем в режиме онлайн. Кроме того, для тех, кто решит проголосовать на нашем сайте, традиционно открыто голосование kuban24.tv, это адрес сайта, и вопрос звучит сегодня так. Как вы считаете, чего же стоит больше всего опасаться летом? И предлагаем вам несколько вариантов ответа. Например, солнечной активности со всеми вытекающими последствиями, это как ожоги, солнечные удары, перегрев, кишечные инфекции, насекомые и животные, ну, либо травмы, которые, собственно, так активизируются, скажем, с началом теплого сезона, потому как все мы хотим как можно больше времени проводить на свежем воздухе, на своих приусадебных участках. Вот какие опасности подстерегают граждан нашей страны, мы спросили сегодня на улицах Краснодара. И чего больше всего стоит опасаться летом? Давайте посмотрим для начала соцопрос, который мы провели, и потом уже, исходя из ответов, будем рассуждать о том, как себя обезопасить. Холода, наверное, судя по нашей весне. Я бы лично опасалась стихии, чтобы наша дамба там не прорвала, чтобы не затопила, и вот море, чтобы не взбунтовалось. Вот я этого боюсь, а больше ничего. Ну, лично нам жары, не знаю, как вам, мы очень плохо переносим, по крайней мере, ребенок. Поэтому я надеюсь, что в это лето будет не такое жарко, как в прошлое. Ну, потепление глобального, наверное. Если сидя в парке, то клещей. В Кубани наводнения бывают иногда. Очень хочется, чтобы наводнений этих не было. Ультрафиолетовых лучей. Очень плохой погоды, потому что май выдался достаточно прохладным. Он вообще как-то не весенним месяцем получился. А теперь летом, скорее всего, из этого будут проблемы. Все есть средства, которые могут защищать. Если иммунитет сильный, можно выжить ото всего. Мы адаптированы ко всему. Такие ответы получили мы сегодня на улицах кубанской столицы. Одни холода боятся, другие жары. Ну а чего на самом деле стоит опасаться, давайте узнаем у терапевта Риты Руслановны. Вот к врачам-терапевтам обычно, ну я думаю, поток людей не зависит от времени года. Всегда находятся пострадавшие, в тех или иных случаях заболевшие. Вот о традиционно летних заболеваниях что, с чем обращаются? Ну, наиболее часто, конечно, это аллергические реакции, отравления, перегревания, солнечные удары. Солнечные ожоги, ну плюс, конечно же, гипертонические кризы, это то, что актуально для нас. Для нашего региона жаркого. Да, и плюс возрастной контингент, который к нам приходит. То есть это люди старшего поколения больше? Да. Все-таки. Хорошо, с чем вы их отпускаете, какие рекомендации можете дать для того, чтобы как подготовить себя к летнему сезону? Ну вот, скажем так, для вас, что самое сложное? Ну, мы всегда рекомендуем не находиться на улице в очень жаркие, максимально высокие температуры, использовать различные панамки, зонтики, то есть даже если пришлось выйти в этот период на улицу. Людям с гипертоническими заболеваниями стараться, конечно же, находиться в более прохладном помещении, не пропускать прием лекарственных препаратов, носить с собой воду, то есть потерю жидкости как-то восполнять. Восполнять, да? Да. Ну что ж, еще продолжим, обсудим, какие еще могут быть рекомендации. Просто сейчас хочется, дабы более полную картину составить, задать вопрос, Галина Анатольевна, вам. То есть, когда люди смогли прийти к терапевту, значит, еще, наверное, все не так плохо. А вот когда звонят уже в скорую и вызывают помощь на дом, с чем обращаются традиционно летом? В летнее время мы чаще всего сталкиваемся
у детей ангины. Даже так. Употребление холодных мороженого. Холодная вода. Поэтому молодые мамы, родители часто не знают, как снижать температуру. Обращаются к нам, хотя элементарный совет – прием жаропонижающих препаратов, обильное питье, раскрыванием. Многие мамочки так до сих пор и не знают, что при температуре нужно ребенка не укрывать, а наоборот раскрывать. Чтобы тепло отходило от организма. А просто можно обтирать ребенка прохладной водичкой, даже комнатной температурой. То есть температуры у нас растут. Растут зимой, то есть поводы с вызовом температуры, и летом. Ну вот какие получаются полярные ситуации. С одной стороны, люди изнывают от жары, с другой стороны, могут себя переохладить, в большей степени. Что еще, кроме вот ангины? К сожалению, лето началось, у нас начались укусы животных, собаки. У нас недавно был очень тяжелый случай, укусила овчарка, проживающая на дачах, ребенка, который проезжал на велосипеде. Очень тяжелые травмы, укушенные раны лица, головы. То есть, по сути, это была даже не бездомная собака? Не бездомная, но чужая. Чужая собака. А бездомные собаки вообще это проблема для Краснодарского края? Ну, для скорой нет. Для скорой, может быть, она проблема для сотрудников. Мы приезжаем, не можем пройти, и зачастую и в квартирах находятся большие собаки. Понятно, стоит опасаться, хозяева-то не боятся, они знают их, а для сотрудников скорой помощи это достаточно серьезное препятствие. А в случае укуса что делать? Все-таки нужно, не знаю, вызывать скорую, может быть, не так уместно, там такая оперативная помощь не нужна, если не очень сложно. Если укус серьезный, то есть рана глубокая, часто бывает кровотечение, то нужно остановить наружное кровотечение, просто наложить давящую повязку. Но, тем не менее, если мы не уверены, что это животное здоровое, то первая помощь при укусах, или даже просто речь идет даже о слюнении поверхности, особенно это касается детей, то первое средство – обработка этой поверхности мыльным раствором. Хозяйственным мылом. Да, просто, хозяйственным мылом. Я слышал, по крайней мере, такие советы. На самом деле это так. Ну что ж, предупреждены, скажем так, в этом случае. Но об укусах не только животных, но и насекомых предлагаю сейчас поговорить. Тем более, что некоторые респонденты, которые отвечали на наш опрос на городских улицах, вспомнили все-таки про клещей. Вот за разъяснением мы обратимся к Юрию Олеговичу. Клещи, как с ними бороться, насколько они опасны в нашем регионе, ну и куда обращаться в случае, если все-таки обнаружил этого, насекомого, паразита, что ли, насекомые на себе. Но укусы клещей достаточно опасны. То есть, если, несмотря на все меры предосторожности, нашли на себе после посещения каких-то природных ландшафтов клеща, необходимо перво-наперво его удалить. Что происходит либо самостоятельно, в большинстве случаев от людей, которые... Это риска никакого не несет, самостоятельное удаление? Я слышал, что есть какие-то опасности, допустим, если часть... Если есть возможность обратиться к врачу, конечно, это надо сделать, но большинство пациентов, по собственному опыту, уже приходит к нам с тем, что они клеща уже удалили. После этого мы обычно отправляем на осмотр травматолога или хирурга поликлиники по месту жительства, чтобы удалили остатки клеща. И ввиду того, что наш край свободен от клещевого энцефалита, мы рекомендуем антибактериальную профилактику иксодового клещевого боррелиоза. Она достаточно проста, проводить ее нужно, потому что здесь профилактика действительно поможет избежать заболевания. Ну, как я понимаю, для клещей летний период уже наступил, потому как есть цифры статистики. На 11 мая этого года в лечебно-профилактические учреждения края с укусами клещей обратились больше 1000 человек. Вот сейчас вы видите статистику на своих экранах, почти 1100. А в прошлом году, к слову, эти цифры были ниже, до 1000 человек, 895, из которых 507 человек – это дети в возрасте до 14 лет. А на побережье Черного и Азовского морей за истек период 2017 года обратились с укусами клещей 222 человека, а в прошлом году было больше, 280. Из них 96 – это дети. Случаев укуса клещами в детских оздоровительных учреждениях края не зарегистрировано. Вот такая статистика имеется у нас на сегодняшний день. Если есть обновленные данные, можете меня поправить, коллеги. Но я скажу еще одну важную вещь для тех, все-таки, кто столкнется с клещами, чтобы вы были предупреждены о том, что в крае открыты пункты по приему и исследованию клещей. Сейчас на ваших
ваших экранах появились адреса, это муниципалитеты Краснодарского края, с адресами и телефонами для того, чтобы вы могли, собственно, по телефону узнать, что делать и какое исследование нужно провести клеща и зачем. Вот зачем это делается и насколько это важно вообще? Ну, первонаперво, вот, чтобы нести в эти пункты клеща, первонаперво нужно убедиться, что клещ жив. Потому что для исследования нужны именно живые клещи. Исследования проводятся на возбудителей заболеваний, которые содержатся в клеще. Это происходит методом ПЦР. И обнаруженные возбудители, на них уже идет прицельное действие нашей профилактики. Ну, как я уже сказал, клещевой энцефалит в клещах не обнаруживается, а боррелиоз достаточно часто. Лечится боррелиоз тяжело, и насколько это вообще серьезное заболевание, чем чревато? Лучше не допускать заболевания, когда есть возможность профилактики. Но если вы уже заболели, а это будет выражаться в основном в том, что на месте укуса появится пятно, которое будет расти, может подняться температура, тогда необходимо обращаться либо к инфекционисту по месту жительства, либо по высокой температуре и других жалобах в стационар, госпитализироваться и получать полный курс до антибактериальной терапии, потому что это достаточно важно. Ну что ж, о том, как мы боремся с клещами и пытаемся не допустить распространения, нам расскажет Игорь Викторович. Пожалуйста, вам слово. На примере Краснодара, как и где мы боремся с клещом? В Краснодаре, ну, мы в первую очередь обрабатываем территории парков. Это наиболее часто посещаемые жителями города. Как только температура почвы достигает от 3 до 5 градусов, мы начинаем приглашать специалистов, которые обследуют, берут определенные пробы и после этого проводят противоклещевую обработку. После этого через 7 дней они берут повторные пробы и потом еще раз через 10 дней. Естественно, мы проводим это обследование ежемесячно. Для нас любой укус клеща в парках – это, в общем-то, ЧП. И если вдруг такое происходит, к нам поступают данные, то, естественно, мы начинаем опять приглашать специалистов. У вас на экране как раз были эти организации, это Центр гигиены. Да, они тогда опять обследуют и начинаем обрабатывать непосредственно определенные места. Парки, они, в общем-то, по территории большие. В первую очередь это идет обработка зоны аттракционов, часто посещаемые места детьми, жителями, прогулочные территории, дорожки. Естественно, потом уже лесные зоны. А вот это средство, которым обрабатывается для людей, оно не опасно? Значит, оно для людей не опасно. Специалисты это отмечают. Но мы все равно проводим это с 4 до 5 часов утра. И стараемся ограничивать посещение посетителей парка именно в этот период. В это время, еще до обеда. Делается у нас клещевая обработка проведена в парках на сегодняшний момент. То есть это мы провели до сезона. Сейчас первые пробы были взяты. Сейчас повторные пробы будем ждать. То есть и как клещи не обнаружены? Что скажете? У меня данных нет о том, что поступили какие-то именно укусы непосредственно в парках города. Ну что ж, отлично. Будем чувствовать себя в безопасности. Спасибо вам. На связи с нами по телефону Светлана Анатольевна Литвинская, доктор биологических наук, профессор Кубанского государственного университета. Добрый вечер, Светлана Анатольевна. Добрый вечер. Хотим получить еще и от вас информацию. Вот мы поговорили только что о клещах. А какие еще опасные виды животных и насекомых встречаются в летнее время в Краснодарском крае? Вот, например, в парках, в лесополосе, и даже на побережье, например. Кого нам опасаться? Вы знаете, наверное, из насекомых вам сейчас дали исчерпывающую информацию. А я могу, что сейчас, я только что вчера вернулась из степной части Краснодарского края. Сейчас уже активизировалась степная гадюка. И, конечно, это ядовитое животное, и его нужно опасаться, и нужно очень аккуратно ходить по траве, чтобы случайно не наступить на это ядовитое животное. Поэтому нужно сейчас, видите, такой
весна, у них начинается период размножения, и в этот период они, конечно, агрессивные. То есть это, ну, я так думаю, что вот у животных, наверное, так. Ну, а так, в общем-то, понимаете, животных нужно и в городе, животные, которые ведут такой собаки, кошки, которые ведут голуби, такой недомашний образ жизни, конечно, на них и клещи, на них и блохи, и, в общем-то, конечно, их нужно опасаться и детей не подпускать к этим животным. Ну что ж, спасибо большое, Светлана Анатольевна. Вот раз уж змеи и гадюки представляют для нас некоторую опасность, для тех туристов, которые выезжают в определенные районы Краснодарского края, сейчас попробуем у наших экспертов, у врачей все-таки спросить. Галина Анатольевна, ну расскажите, как часто вообще приходится встречаться в своей практике с укусами змей и какое лечение, ну в каком объеме? Не часто, да? Ну, в городе понятно, да? Наверное, да, в городе, ну наши жители пускай не волнуются, у нас в каждом лечебном учреждении в стационаре имеются соответствующие сыворотки, и обязательно оказывается лечение соответствующая найдется, помощь. Да. Так что летальных исходов у нас никогда не было, слава богу. Но это не значит, что нужно пропускать это лечение, конечно, игнорировать? Конечно, нет. Но в домашних условиях мы все-таки должны понимать, что нужно беречь себя, с одной стороны. С другой стороны, у нас на всякий случай должны иметь в аптечке противоаллергические препараты. И достаточно обильное питье, если вдруг случилась беда и нас укусила змея, до прибытия бригады скорой помощи. А скорая помощь приводит и отвезет соответствующий. И вся необходимая помощь будет оказана. Да. Ну, раз уж об аптечке мы заговорили, давайте поговорим о том, Рита Руслановна, вопрос будет к вам. Из чего должна состоять летняя аптечка, если можно так ее назвать? Вот мы уже сказали об противоаллергических средствах. Что еще? Ну, если мы говорим о здоровом человеке, да, туда можно также добавить энтеросорбенты, потому что когда происходит отравление, без них никак. Также жаропонижающие, потому что мы выше уже перечисляли, что с повышенной температурой тоже часто обращаются. Плюс бактерицидный пластырь, стерильные бинты, салфетки, антисептические средства, салфетки, перекись водорода, зеленка, средства от укуса насекомых, комаров, если мы будем отдыхать в лесу, как бы у нас лето. Также, если мы собираемся загорать, то средства для защиты, ну, наверное, не ниже 30 с фактором защиты. У нас солнце все-таки активно. Очень активно. И народ наш очень любит загорать. Ну, если уже наступил ожог, то противоожоговые средства, пантенол, ну, скажем такие, первые необходимые. В общем-то, они всем известны. Главное вовремя пополнить аптечку, обновить, да, посмотреть, чтобы срок годности не вышел, что называется. Давайте сейчас еще с одним экспертом обсудим и вернемся все-таки к укусам, потому что, ну, как-то задели мы эту тему, и тем более, что эксперты в студии нам говорят, что бывают достаточно серьезные случаи. А вот на связи с нами Роман Аркадьевич Ярош, первый заместитель руководителя Государственного управления ветеринарии Краснодарского края. Добрый вечер, Роман Аркадьевич. Добрый вечер. Обсуждаем с коллегами, с гостями в студии укусы. Мы уже поговорили об укусах клещей, насекомых, но хотели больше бы, наверное, уделить внимание животным, бездомным животным. По каким признакам определять, что животное домашнее или все-таки бездомное? Болеет ли оно бешенством или нет? И какую опасность представляет? Денис, ну, на самом деле, визуально, на первый взгляд, определить домашнее или дикое животное довольно трудно, поскольку владельцы животных зачастую не уделяют внимания правилам содержания животных и допускают их появление на улице без ошейника, без поводка и без своего сопровождения. Однако стоит отметить, что в последнее время нападения домашних и диких животных происходит довольно часто, то есть довольно частое явление. И здесь, в первую очередь, владельцы должны, не владельцы, вернее, а те люди, которые сталкиваются с данными животными, независимо от того, домашнее или дикое животное, находятся они в черте города, на даче или в лесу, они должны, в первую очередь, не провоцировать животное. Значит, не брать на руки, не пытаться его покормить, погладить и так далее. Тем самым они исключают контакт с животным, который позволяет в первую очередь исключить возможность заболевания бешенством, поскольку это наиболее опасное заболевание, которым человек может заразиться от животного. В данном случае, значит, в первую очередь, если произошел контакт с животным, независимо от того, есть у него клинические признаки или нет, человек в первую очередь должен не паниковать и обратиться в медицинское учреждение. И параллельно с этим владелец животного должен принять все меры для того, чтобы доставить животное в ветеринарное учреждение для проведения клинического осмотра и наблюдения за животным в течение 10 дней.
Вот, если владельцы будут соблюдать все данные факты, они исключат возможность и сберегут свое здоровье. Спасибо, Роман Аркадьевич. Еще, если позволите, один небольшой вопрос. Мы все-таки говорим о летней безопасности, конечно. И если у вас есть какие-то статистические данные, цифры, то вот укусы, например, диких животных, это круглогодичная опасность или летом как-то больше все-таки эта цифра? Ну, вы знаете, я могу сказать, что летом такая вероятность возрастает в силу того, что люди все-таки начинают выезжать в отпуска на природу. И, в принципе, вероятность контакта более велика. Однако стоит отметить, что, как правило, в месяц, ну, по данным государственных ветеринарных учреждений, по поводу укусов для освидетельствования и клинического наблюдения за животными обращаются порядка 300-400 человек. Угу. Ну что ж, спасибо. Будем осторожны. Роман Аркадьевич Ярош на связи с нами был, первый заместитель руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края. Ну, значит, не зря мы все-таки уделили внимание этой теме. Ну и в заключение этой части программы я все-таки еще один вопрос постараюсь успеть задать нашим медикам. Скажите, вот у нас довольно резко происходит этот перепад, да, из весеннего состояния, особенно сейчас, мне кажется, это ярко выражено. Сейчас вроде погода такая весьма прохладная, а вот что-то мне подсказывает, что еще несколько дней и жара начнется. Как подготовить свой организм к вот этой жаркой погоде? Возможно ли это в принципе? Как считаете? Конечно же, возможно. Стараться переходить на более легкую пищу, то есть побольше употреблять и вводить в рацион овощей и фруктов, жидкости побольше, в частности воды. Ну, также ходить на обследование в поликлинике, в центры здоровья, чтобы обезопасить себя и как-то подготовиться. Чтобы знать состояние здоровья, да? Конечно, оценивать, выявлять факторы риска и так далее. Галина Анатольевна, чем дополните? Как можно еще себя подготовить, обезопасить? Не надо рисковать. Не надо жару. Пожилым людям и маленьким находиться долго. Край наш чем еще опасен? У нас жарко и плюс еще влажность повышенная. Это особый отрицательный момент в плане перегревания. Поэтому тоже надо это учитывать. А от влажности зависит вот, ухудшение состояния, да, быстрее наступает общее ухудшение состояния, да, вплоть до перегревание достаточно серьезно. Ну что ж, климат он у нас такой, ничего с ним не поделаешь. Остается принимать меры предосторожности, но это не значит, что нужно целый день сидеть под кондиционером. Об этом и не только мы продолжим говорить далее в нашей программе. Сейчас короткая реклама и скоро продолжим. Дождитесь. Продолжаем прямой эфир телеканала «Кубань-24». Спасибо, что смотрите вечернее ток-шоу «Через край». Значит, заботьтесь о собственной безопасности, готовитесь встретить так любимое нами время года – лето. Сегодня о безопасности, летней безопасности говорим мы в этой студии. И в этой части программы к нам присоединились новые гости, которых я с радостью представляю. Гущин Евгений Владимирович, врач-методист регионального центра медицины катастроф. Здравствуйте. Здравствуйте. Также с нами Дубова Лариса Викторовна, инфекционист, заведующий кабинетом вакцинации. Добрый вечер. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. И Пилипчак Дмитрий Александрович, инженер отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы, управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Краснодарскому краю. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Давайте сейчас, раз уж мы начали нашу тему с такой медицинской стороны подошли, тогда, Лариса Викторовна, вопрос к вам. Первый. Лето. Инфекции. Продолжите. Чем опасно, откуда они появляются и почему именно летом такое распространение? В первую очередь это кишечные инфекции. Кишечные инфекции, которым подвержены и взрослые, и дети. В первую очередь передаются они с пищей некачественной, с грязными руками, с питьевой водой некачественной, ну и контактный путь передачи через грязные руки. Второе, не нужно забывать, что наш край эндемичен по такой инфекции, уже не кишечной инфекции, как лептоспироз, который передается водным путем передачи. То есть это купальщики, это рыболовы и так далее. Угу. Поэтому вот это основные инфекции, которым чревато лето. Ну и как правильно коллега сказала в предыдущем блоке, это, конечно же, ангины, поскольку перепад вот этот температурный, он приводит, да, появлению вот этих простудных заболеваний, ангин в частности. Вот вы знаете, интересное дело, мы же проводим голосование на нашем сайте kuban24.tv, и у нас есть группа ВКонтакте, где наши телезрители пишут комментарии. Мы когда сегодня озвучили тему и написали пищевые отравления, и многие вот тут спрашивают, при чем здесь пищевые отравления? Вот объясните, почему именно летом это характерно? Ну, во-первых, жара,
пьют воду не только из, в общем, бутилированную воду, но и воду из непонятных источников, можно сказать. Второе, не моют овощи и фрукты. Третье, не моют руки дети, поскольку много бывают на улице, руки грязные, пожалуйста, контактный путь передачи инфекции. Угу. Вот отсюда и пищевые отравления. Ну и, к сожалению, не все наши столовые, не все наши кафе страдают, в общем-то, или да, то есть могут быть пищевые отравления, связанные именно вот с питанием общественным. Да, где-то посещая летние кафе и прочее, прочее. Не можем быть уверены. У нас есть телефонный звонок, подсказывают мне коллеги. Валерий из Краснодара на связи. Валерий, пожалуйста, вам слово. Ваш вопрос к экспертам, ну, либо история ваша, поделитесь. Да, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, очень часто такой вот вопрос возникает. Вот, допустим, собираемся на выходных выходить в лес, будет день рождения у друга Мелько, вот, и будем жечь костер. А вот что нужно делать вообще, вот, чтобы не дать вот огню дальнейшего распространения? Спасибо за ваш вопрос. Я думаю, что есть у нас в этой части программы гость, который полномочен ответить вам очень квалифицированно. Дмитрий Александрович, это к вам. Да, значит, подобная ситуация очень распространена в этот период времени. Традиционные места отдыха нашего населения – это различные кемпинги, лесные массивы. Зачастую бывают такие ситуации, что неосторожное обращение с огнем приводит к ситуациям, когда возникают пожары. Вот для того, чтобы таких ситуаций не произошло, когда люди готовят пищу на открытом огне, либо на мангале, необходимо разводить огонь и готовить пищу только в специально отведенных местах. То есть площадку для использования мангала необходимо очистить от горючих остатков. Угу. Желательно это все окопать минерализованной полосой не менее 40 сантиметров. Костер необходимо после приготовления пищи затушить обязательно водой, либо засыпать водой. Ни в коем случае, землей, да? То есть, землей. Угу. Ни в коем случае нельзя использовать легковоспламеняющиеся вещества, то есть так, бензин, керосин. Вот. Ну и, конечно, нельзя поручать присмотр за готовящимся шашлыком, либо за костром малолетним детям. Угу. Зачастую дети получают травмы из-за неосторожного обращения с огнем. Вот если придерживаться таких правил безопасности, то я думаю, что ваш отдых пройдет хорошо, никаких травм вы не получите. Да, и все будет. Дмитрий Александрович, вот об этих правилах, о которых мы рассказали, я думаю, что в общем и целом все мы когда-то слышали, все мы знаем. Ну, другое дело, соблюдаем мы их или нет. А кто-то их проверяет, и какое-то, может быть, существует наказание, как-то это регламентируется? Конечно, в летний период времени мы активизируем работу по предупреждению загорания сухой растительности. Сотрудники надзорных органов проводят противопожарные рейды, выезжают в те районы, где ухудшается оперативная обстановка с пожарами, проводят подворовые обходы, проводят сходы граждан. На этих сходах людям объясняют, как необходимо себя вести, что необходимо делать, чтобы не возникло пожаров. Акцент делаем на предупреждение загораний сухой растительности, потому что большинство таких ситуаций возникает, когда люди убирают свои приусадебные участки, либо сжигают какую-то сухую растительность. Вот для того, чтобы этого не было, на территории края проводится комплекс профилактических мероприятий. Кроме этого, в каждом муниципальном образовании существуют административные комиссии, которые также со своей стороны привлекают к ответственности граждан за захламление территорий. Угу. На территориях дачных поселков это очень актуально. За складирование сухого мусора, ну и также за благоустройство. Ну вот, если позволите, продолжая тему, которую вы только что коснулись, сжигание сухой травы, какой-то растительности вот на участке, ну по весне это традиционно, мне кажется, для многих жителей Краснодарского края, и сейчас, наверное, многие этим занимаются примерно. Вот в майские праздники очень активно жгли какие-то корни, ветки и так далее, сухую листву. Это можно как-то делать на своем участке? Законодательство определяет определенные правила. Угу. Значит, площадка для сжигания сухой растительности должна быть очищена от сухой травы примерно в радиусе 25-30 метров. Сжигание сухой растительности допускается производить вблизи от зданий и сооружений на расстоянии до 50 метров. Вот, значит, категорически запрещается сжигать сухую растительность в сухую и ветреную погоду. Вот, но мы рекомендуем все-таки утилизировать сухую растительность вместе с бытовым мусором. То есть либо на специальные mm-hmm. площадки, либо ее вывозить. Все-таки это более безопасно, потому что существует риск того, что граждане подожгут,
оставить это все и не будут контролировать этот процесс горения. К сожалению, такие ситуации бывают. Затем ветер подует, части горящей соломы или горящей растительности попадают на какие-то хозяйственные постройки. Затем огонь может перейти на жилые дома. Вот для того, чтобы этого не произошло, лучше все-таки утилизировать. Это цивилизованный способ. Советуем прислушаться нашим телезрителям и зададим следующий вопрос нашему гостю Евгению Владимировичу к вам. Ваша должность звучит как врач-методист регионального центра медицины катастроф. Что это за катастрофы, кого спасаете и от чего, расскажите. Дело в том, что мы, как уже из названия становится ясно, мы региональный центр медицины катастроф. У нас есть Всероссийский центр медицины катастроф, так называемый защита ВЦМК. Мы являемся его, скажем так, региональным представительством. Да. Лично я занимаюсь подготовкой программы обучения граждан принципам и вообще правилам оказания первой помощи. То есть я занимаюсь дополнительным обучением граждан. Mm-hmm. То есть это программа дополнительного обучения. Ее может пройти любой гражданин по личной заявке. Это все делается абсолютно бесплатно. И, скажем так, я занимаюсь тем, что учу, как правильно оказывать первую помощь. В любых ситуациях? В любых ситуациях, в абсолютно любых ситуациях. Ну, давайте тогда, раз уж мы говорим о летней безопасности, что характерно летом? Может быть, традиционно какие-то есть летние опасности, которые подстерегают наших граждан? Ну, здесь я вам скажу так, что, наверное, весь спектр опасности, он представлен как раз летом. Он только единственное, кроме обморожения, наверное. Ну да. Поэтому в нашем регионе даже зимой сложно, мне кажется, встретить это. Да-да-да. Очень высокий риск травматизма у нас, так ведь? Да. Также достаточно высокий риск ожогов, как солнечных, так и термических ожогов. Достаточно большое количество у нас и дорожно-транспортных происшествий, и, к сожалению, дорожно-транспортных происшествий, связанных именно с пешеходами, потому что и нету достаточного контроля, скажем так, за детьми, которые, сами понимаете, чаще ситуация. Выбегают на дорогу, да? Очень часто выбегают на дорогу и, скажем так, оказываются вот в подобной ситуации. Mm-hmm. Поэтому, чтобы граждане были готовы оказать первую помощь, ведь первая помощь, это оказывается в порядке само- и взаимопомощи. То есть пациент, пострадавший может оказать первую помощь сам себе, mm-hmm. также может абсолютно любой человек, прохожий или участник, скажем так, вот этого происшествия, оказать ему помощь. Здесь нету никаких серьезных там медицинских манипуляций и так далее. Это обычная первая помощь, это не первая медицинская. Угу. Опять-таки повторюсь, что оказывается она в порядке самой взаимопомощи. Как это сделать правильно? В рамках программы не расскажешь. Это нужно, да, приходить к вам. Естественно. Да? Дело в том, это что у нас программа много. Рассчитана часов на 6. Да. Времени, так что если вам будет интересно, мы отдельно с вами. Ну, конечно, да, не для эфира, но тем не менее, конечно. Спасибо, что вы распространяете эти знания, что их тиражируете. Ну, а все-таки я хотел бы еще поговорить с нашими медиками, которые к нам пришли. Вот мы до звонка нашего телезрителя говорили об инфекциях. И я хотел бы просто продолжить эту тему и спросить, чем это опасно и чем чревато? Вот как все-таки вести себя, когда произошло, вот, ну, не знаю, пищевое отравление, либо как-то инфекция, как вообще обнаружить, что серьезно? Состояние. Ну, обнаружить, я думаю, просто, поэтому это легко обнаруживается, поскольку у человека нарушается самочувствие, поднимается температура, появляется многократная рвота и диарейный синдром появляется. Mm-hmm. Поэтому вот это как раз, в общем-то, та ситуация, которая сразу становится ясна и требует медицинского вмешательства. Поэтому в этом случае как раз у нас больница, детская инфекционная больница и все инфекционные стационары переполнены. Это действительно очень часто и очень много таких пациентов. Но мне хотелось бы еще сказать вот о когорте людей. У нас край, который приезжают туристы. Конечно. И у нас люди, которые выезжают за рубеж. И поэтому особенно у нас любят наши жители выезжать за рубеж в страны Азии, в страны Индии. И вот здесь не нужно забывать о том, что существует еще специфическая профилактика кишечных инфекций. Это вакцина-профилактика. И поэтому перед поездкой в страны Индии, угу. страны зарубежья, вот страны Азии, необходимо пройти необходимые прививки. Это прививки против брюшного тифа, достаточно тяжелая инфекция. Это прививки против дизентерии и прививки против гепатита А.
То есть можно все-таки подготовиться? Нужно подготовиться и нужно об этом знать. Ну и опять же, учитывая то, что наш край лептоспирозный, эндемичен по лептоспирозу, нужно помнить о том, что ежегодно необходимо проходить прививку, делать прививку против лептоспирозной инфекции. Что это за инфекция такая? Это инфекция, которая передается через воду, которой страдают, как правило, рыбаки, и поэтому при этой инфекции возникает высокая интоксикация, высокая температура, поражается, к сожалению, и печень, и почки, и центральная нервная система. И без лечения, без адекватной помощи, к сожалению, эта инфекция заканчивается летальным исходом. Даже поэтому так. Об этом нужно помнить и знать. Спасибо, что напомнили. Галина Анатольевна, вот теперь следующий вопрос к вам. Мы обсудили только что целый спектр опасностей, который может подстерегать как гостей, так и жителей Краснодарского края. Это и пожары, и инфекции, и дорожно-транспортные происшествия. И понятно, что в каждом из этих случаев люди, в серьезных ситуациях обращаются за помощью, звонят в скорую помощь. Летом существует какая-то, может быть, особая сложность в доставке больных, в оказании помощи? Я имею в виду загруженность дорог. Как наши жители сейчас, насколько охотно они, скажем так, уступают, что ли, место скорой? Уступают. Уступают. При сиренах, мигалках пытаются как могут. То есть нельзя сказать, что вот наши граждане бездушные, не понимают. Понимают, и нам это приятно отметить, факт остается фактом. Но проблема такая все равно есть, да, ее приходится решать как-то, я не знаю, с чем еще сталкиваются. У нас проблема другого характера. Мы, если днем сталкиваемся с автопробками, но как-то решаем. У нас другая проблема. У нас ночные проезды в многоквартирных домах, заставлены дворы, да, автомобилями, и зачастую сотрудники скорой помощи вынуждены идти пешком. И при медицинской эвакуации, конечно, это накладывает дополнительные сложности, но несем на носилках. Это ситуация достаточно частая. Это наша работа. Уже привычная. Ну, спасибо вам за вашу работу. Есть у нас еще время поговорить об опасностях летних. Евгений Владимирович, если позволите, еще вернусь к вам, задам вопрос. Вот мы вскользь упомянули о возрастающем традиционно летом трафике. Понятно, что жители многих регионов стремятся попасть на море. Дорожные пробки, заторы. Несмотря на то, что представители скорой помощи говорят, что сложности к проезду нет. Но не могу не спросить, какую первую помощь нужно оказывать, в какой ситуации именно в дорожно-транспортных происшествиях. Потому что это ситуация для нас частая, знаю по опыту личному, знаю по, скажем так, работе нашего телеканала. Каждый день мы говорим о пробках, каждый день мы говорим о тех или иных дорожных происшествиях. Что можно сделать, какую помощь оказать при ДТП? Ну, дело в том, что первая помощь при дорожно-транспортном происшествии у нас все будет, скажем так, все происходит в частном порядке, индивидуально, в зависимости от того, что произошло, на какой скорости это произошло. Ведь если это, скажем так, происшествие, связанное со столкновением автомобилей, то травмы бывают различные. Причем наиболее характерны это хлыстовая травма головы, то есть за счет того, что голова по инерции при столкновении движется вперед, потом резко разгибается назад. Здесь травмируется шейный отдел, могут быть переломы позвонков и так далее. Соответственно, пациент, пострадавший, который находится, скажем так, в автомобиле после аварии, чаще всего у него есть поражение именно шейного отдела. Соответственно, начиная помощь первую, необходимо учитывать этот момент, что у него есть повреждение уже в шейном отделе. То есть мы уже должны автоматически фиксировать ему шею. То есть накладывать либо шины, ну и так далее. Вы понимаете. Да-да-да. Дальше. Также травматизация идет ремнем безопасности. Если его нет, рулем. Соответственно, необходимо действительно смотреть и решать частно. А скажите, просто момент такой еще хотел бы прояснить. Все-таки это очень тонкая грань, вот оказание первой медицинской помощи и возможность навредить пострадавшему, тем более, что если он находится, например, без сознания, не может как-то адекватно оценить свое состояние. Вот дело в том, что если пациент, пострадавший находится без сознания, мы должны, вы поймите, что если пострадавший находится без сознания, он уже нуждается в любой помощи, которую только можно оказать. Если у пациента нет еще и дыхания, то есть пациент находится в состоянии клинической смерти, уже необходимо оказывать всю возможную помощь, которую вы можете оказать. То есть уже, если вам ничего не угрожает, если вы не пострадаете, вы в безопасности, да, уже можно заботиться о пострадавшем. То есть всячески попытаться извлечь его из машины, если отсутствует сознание и дыхание. То есть попытаться восстановить дыхание, попытаться, естественно, извлечь его из автомобиля своими силами, опять-таки, если это возможно.
Если это получается, тогда нужно, необходимо его извлечь из автомобиля, уложить на ровную поверхность и уже в дальнейшем проводить, скажем так, реанимационные мероприятия, то есть сердечно-легочную реанимацию, непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Как это делать, вы можете рассказать на своих курсах. Естественно. Да? Ну что ж, не лишним будет их посетить. Спасибо вам за то, что нашли время. Вы так вот в сборной Солянки нам обозначили проблемы, которые могут случиться летом с нашими гражданами. В следующей части программы мы еще поговорим о дорожно-транспортных происшествиях, о травматизме, поэтому не переключайтесь. Продолжим скоро. Продолжаем прямой эфир телеканала «Кубань-24». Спасибо, что этим вечером смотрите ток-шоу «Через край». И мы говорим сегодня о безопасности, как обезопасить себя летом. Уходя на рекламу, говорили о травматизме, о дорожно-транспортных происшествиях. И предлагаю сейчас продолжить эту тему, потому что к нам в студии присоединились люди, которые очень хорошо знакомы с этой темой. Я их с радостью представляю. Соболев Андрей Владимирович, детский травматолог, врач-травматолог-ортопед отделения травматологии детской краевой клинической больницы. Добрый вечер. С нами сегодня Ирина Завадская, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимоотношений со средствами массовой информации ГИБДД Краснодарского края. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Также в этой части программы к нам вернулась Рита Руслана Хатхи, терапевт Центра медицинской профилактики. Не здороваемся, но все-таки приятно, что вы с нами еще. И, конечно, сегодня с нами Нестеренко Андрей Викторович, травматолог НИИ краевой клинической больницы номер 1. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Итак, безопасность детей на дорогах, безопасность в летний период. Вот по статистике, которая у нас имеется, летом дорожно-транспортные происшествия с участием детей занимают больше трети от общей статистики, скажем так, происшествий, которые случаются с пешеходами. И, в общем-то, понятно почему. Объяснять, наверное, это не стоит. У детей каникулы, все они предоставлены сами себе, по большей части, проводят много времени на улицах, не следят за дорожным движением и часто выбегают на дорогу. Насколько это опасно и как мы можем это предупредить? Ирина, вопрос к вам. Ну, это действительно так. Это третье происшествие не только с детьми-пешеходами, а с пассажирами. Дело в том, что за курортный сезон, а мы его считаем стандартно с 1 мая по 30 сентября, у нас увеличивается количество ДТП с участием детей. В прошлом году у нас погибло 12 детей-пассажиров и 2 ребенка-пешехода, на самом деле. Пассажиров даже больше, чем... Да, на самом деле, вот опять же, ребенок-пассажир – это пассивный участник дорожного движения. Он ничего не может сделать, да, когда едет в автомобиле. Мы разбирали уже не раз эту ситуацию, призывали родителей к законопослушности в этом вопросе. И хотелось бы отметить, что у нас вот летний сезон начинается не зря с 1 июня, со дня защиты детей. То есть ребенок сам себя защитить не может. Это можем сделать только мы, взрослые. И сейчас мы проводим кампанию «Внимание, дети», которую организует госавтоинспекция и педагоги. И хотелось бы, конечно, чтобы к ней очень активно присоединялись родители. Недостаточно одного раза объяснить ребенку, как правильно переходить дорогу. Недостаточно одного раза, чтобы его усадить в автокресло, провести, да, а потом сказать, а сейчас дальше ты можешь, да, дальше сам, и можешь не пристегиваться. Нет, это неоднократно нужно повторять с ребенком, конечно же, правила дорожного движения. Неоднократно заботиться о его безопасности. И самое главное, демонстрировать эту заботу, чтобы ребенок понимал, да, это опасно, это не нужно делать, там, не нужно, когда автомобиль еще не остановился, расстегивать ремень безопасности, открывать дверь, да, у нас вот недавно совсем ДТП, когда ребенок, маленький ребенок выпал из автомобиля. Опять же, это нужно все доносить ребенку доступным языком. Ну и контролировать, конечно, и контролировать. Самостоятельно все это. Контролировать обязательно. Да, вот просто, Ирина, если позволите, давайте уделим этому немного времени. Как на сегодняшний день обстоит ситуация с ремнями, с детскими креслами? Потому что сфера такая, что ну, не уследишь, если постоянно этим не занимаешься, постоянно что-то меняется, требования. То можно сидушки, то нельзя, то можно какие-то вот приспособления, которые меняют направление ремня. Что на сегодняшний день разрешено, что запрещено? Сейчас рассматривается внесение в правила дорожного, пункт внесения правил дорожного движения. Он будет по аналогии со многими зарубежными странами. То есть там ребенок до рост которого до 150 сантиметров, он будет обязательно перевозиться в автокресле. То есть такие поправки они сейчас вносятся. В настоящий момент еще действует правило дорожного движения пункт 22.9. Они все так же. То есть при перевозке детей, перевозка детей допускается только при обеспечении безопасности дорожного их безопасности с учетом конструкции транспортных средств. То есть это обязательно детское удерживающее устройство, мы говорим об автокреслах, да, и
ремней безопасности. Это обязательно. Ребенок впереди автомобиля. Мы часто видим такую ситуацию, да, когда он едет просто пристегнут штатным ремнем безопасности. Нет, такое категорически делать нельзя. Ребенок должен находиться на переднем сиденье только в автокресле. Пока его рост не достигнет, ну, не будет более 150 сантиметров. Да. Ну, это очень важно. Хорошо, что отметили. Я думаю, будем следить за поправками внимательно, когда они будут вступать в силу. Конечно же, будем все это рассказывать и информировать наших телезрителей. Андрей Владимирович, вопрос следующий к вам, раз уж мы о детях заговорили. Вот травмы, частично мы разобрали, что происходит в автомобиле, что происходит вне автомобиля с детьми-пешеходами, да, которые забывают о правилах дорожного движения. К вам с чем поступают чаще всего в летний период? Чаще всего это падение с деревьев, так как наш район, вернее, край, фрукты в большом количестве, то есть сейчас идет период созревания фруктов, то есть дети, к сожалению, как правильно сказали в начале передачи, они предоставлены в большинстве своем сами себе, то есть они залазят на деревья и в большинстве своем не следят за своей безопасностью, то есть ну, залез и залез, да, то есть сухие ветки ломаются и дети падают. Чаще всего это в большинстве своем это переломы конечностей, то есть это верхние, нижние конечности. В зависимости от возраста, скажем так, от высоты, с какой ребенок упал, ну, соответственно, мы получаем либо легкие повреждения, либо более тяжелые повреждения. Но чаще всего это переломы, ушибы и переломы. Как вести себя родителям, когда возвращается ребенок домой с синяком, ушибом, травмой? Как оценить правильность, то есть что можно лечить дома своими силами, а когда ехать травматолога? Ну, в первую очередь, нужно просто оценить общее состояние ребенка, то есть посмотреть на него, насколько ребенок адекватно реагирует на вас, насколько адекватно отвечает на ваши вопросы. Да, если вы увидели видимую деформацию конечности, например, да, или выраженный отек, то, конечно, в этом случае лучше обратиться в стационар, в профильный, да, чтобы ребенка осмотрели и дали вам соответствующие рекомендации. Если это небольшая ссадина, которая, в общем-то, ну, не представляет никакой опасности для ребенка, то можно понаблюдать. Угу. Потому что бывают ситуации, когда ребенок первично приходит с незначительным ушибом, да, но со временем нарастает отек, появляется боль, то есть выражено беспокойство у ребенка. Соответственно, в этом случае лучше обратиться в стационар тоже, чтобы вас посмотрели. Спасибо. Андрей Викторович, теперь вопрос к вам. У взрослых, я знаю, что вы тоже травматолог, но более, скажем так, взрослому населению оказываете помощь. Для них те же травмы характерны, что и для детей, или все-таки какая-то своя специфика, статистика есть? Ну, как ни странно, так же, да, конечно. Особенно пожилые люди тоже лезут на деревья, падают с них. Не так часто, как дети, конечно, но большинство травм в летний период характерны для дорожно-транспортных происшествий. Также ну, в сезон пикников люди выезжают, ушибы, ссадины, царапины, рубят доски, летят щепки, попадают в глаза. Ну, нередко отрубывают себе части фаланг, пальцы. Также приезжают к нам. Еще также, что это летний период, водоемы. Люди начинают купаться, плавать, иногда заплывают за буйки, либо в места, где, которые они предназначены для купания на лодках, водных мотоциклах, для транспорта, да, получают травмы различные винтовые, это очень тяжелые травмы. Также бывают утопленники, но, конечно, к нам их редко привозят. Есть различные, да, виды утопления, и там также имеются различные формы оказания помощи. Ну, что взрослые, что дети любят очень нырять летом. Я, ну, и сам грешу этим, скажите. Но привозят очень часто возможно. Переломы ныряльщиков такие есть, то есть когда головой прыгают, не знают глубину водоема, происходят переломы шейных позвонков, которые бывают с тяжелыми последствиями. Очень серьезно, да, действительно. Давайте примем телефонный звонок. Алексей из Кореновска к нам дозвонился. Здравствуйте, Алексей. О, не дождался, видимо, своей минуты. Перезвоните нам еще раз, если ваш вопрос по-прежнему актуален, а если мы на него уже ответили, то задавайте следующий. Давайте все-таки вернемся еще к теме дорожной безопасности, но уже не столько движения, а сколько нахождения детей, ну, может быть, и взрослых в автомобиле в летний сезон, в разгар, скажем так, солнечного дня при температуре. Я знаю, что была даже вон по нашей стране, и, может быть, актуальна для нашего края, такая акция, где запрещали детей оставлять в машинах в жаркий период. Актуально? Актуально, конечно, да. На самом деле, оставление ребенка в автомобиле в жаркую погоду может привести к летальному исходу. И не стоит забывать о том, что пытались внести поправки, опять же,
заставление ребенка в автомобиле в жаркую погоду, не только в жаркую, но и вообще в автомобиле там на более чем 15-20 минут, насколько я так сейчас помню. Угу. Но не стоит забывать, что у нас есть предусмотрена статья, она даже не административная, а в Уголовном кодексе, заставление в опасности. Если ребенок действительно оставлен в опасной ситуации, это может быть любая ситуация, стоит автомобиль на проезжей части, да, оставленный ребенок там находится. Вполне возможно, что в этот момент происходит ДТП, да, и ребенка, именно в машину, где сидит ребенок, летит другой автомобиль. Плюс то, что у нас жаркая погода, и, наверное, вот наши медицинские работники нас поддержат, какие могут последствия от того, что ребенок сидит в закрытой машине, да, при жаркой погоде, там... Может быть, опять же, вплоть до летального исхода. Сейчас ответим и расскажем, какие последствия могут быть. Но все-таки Алексей из Кореновской дозвонился к нам снова. Алексей, пожалуйста, вам слово. Ваш вопрос к экспертам, ну, либо история. Поделитесь. Ну, вот такой вопрос. Если ребенок просто не соответствует стандарту. Кресло, как обычно, ну, для стандартных детей. А ребенок просто вот поболее. Крупный ребенок? Да, крупный ребенок. И как вот можно теперь это самое? И говорят вот за ремень безопасности. Я водитель-профессионал и больше знаю, ну, как вам сказать, ну, как... По личному опыту. По личному опыту больше людей страдает и погибает, пристегнувшись к ремнем, чем без ремня. Ну, тут вопрос понятен, Алексей. Сейчас попробуем ответить и по первому, и по второму пункту, что называется, личный опыт есть личный опыт, а есть точные данные. Ну, пожалуйста, Ирина, отвечайте по поводу ребенка. Есть точные данные статистические, да, когда люди пристегнуты, когда нет, какие травмы они получат. А что касается первой части вопроса, вот как раз-таки поправки, которые сейчас будут внесены в правила дорожного движения, они и будут касаться... веса и роста ребенка, то есть там будет учитываться конкретно, если ребенок весит больше 36 килограмм, да, понятно, что его в автокресло не посадишь и как бы перевозить его там таким образом невозможно, он получит больше травмы. Опять же, вот хотелось бы вернуться к тому вопросу, почему сначала была такая популяризация детских удерживающих устройств, мы говорили, да, об этом, а сейчас уже мы боремся за то, чтобы ребенка перевозили правильно с использованием автокресел и детских удерживающих устройств, да, без иных средств, которые раньше позволяли, например, пристегивать ребенка. Потому что травма в этом случае для ребенка намного больше. И тот же самый вопрос, вот, который сейчас задавались, да, то, что ремнем безопасности может передавить шею, там, да, то есть, вот как раз-таки это было с использованием некоторых средств, вот подушек, которые так любят водители. То есть ремнем безопасности не могут пристегнуть ребенка, да, то есть как это правильно, чтобы не вокруг шеи, а по плечу. Бустеры также не использовали. Они брали подушки, подкладывали. Дело в том, что при резком торможении подушка, слетает. Она просто слетает. И ребенок скользит вместе с ней. Тем более, если сиденье там в автомобиле кожаное, либо там велюр, используются такие материалы. Поэтому вот сейчас эти поправки, они, опять же, используются для защиты детей. Но возвращаясь к вопросу, который задавали, все-таки я надеюсь, что вот поправки, которые внесут в ближайшее время, они позволят вот в таких эксклюзивных ситуациях, да, когда дети действительно рослые, когда дети действительно весят больше, то есть подбирать под каждую категорию то средство, которое спасает жизнь. Спасибо, Алексей, за ваш вопрос. Надеюсь, ответили. Ну, стоит немного подождать. Все это, конечно, очень лично, индивидуально и со временем решится. Ну, а все-таки стоит ли пристегиваться ремнями безопасности? Давайте спросим у наших экспертов-травматологов. Андрей Владимирович, Андрей Викторович, вопросы к вам. Ваше мнение. Ремни безопасности. Мое мнение о ремне безопасности. Он должен быть, ребенок должен быть пристегнут в кресле, потому что, скажем так, несмотря на то, что, как сказали, меньше повреждений, но, тем не менее, характер повреждений и тяжесть повреждений, полученные ребенком при ДТП, он намного выше и зачастую приводит к летальным исходам. И если это даже не летальный исход, то эти дети, как правило, остаются инвалидами на достаточно большой промежуток времени. Все-таки кресла, они более предпочтительные, они в большинстве случаев спасают жизнь. Здесь единственный нюанс заключается в том, что какое кресло покупают наши родители, люди, да, и родители, потому что кресла есть и дешевые, ну так образно говоря, и от 3000, да, и заканчивая там 50-60 тысячами. То есть, на мой взгляд, покупать кресло для имитации, ну, не имеет никакого смысла. То есть в окончании это выйдет дороже для
людей, ребенка, и в том числе это, как правило, для ребенка, нежели купить хорошее качественное кресло. Тем более сейчас есть кресла, которые позволяют, скажем так, использовать его в нескольких возрастных категориях, да, не только, как бы, там, скажем, единовременно там, для первой, второй или третьей категории по возрасту. Да. И, соответственно, оно позволяет компенсировать затраты на эти вещи. Зато здоровье здесь будет. Экономить на себе и на здоровье, на безопасность очень ни в коем хорошо, случае да. не стоит. Андрей Викторович, ну а что касается взрослых людей, что скажете, какие травмы? Что касается взрослых, ну, здесь слушателю хотелось бы сказать, чтобы он не вводил в заблуждение всех слушателей. Пристегиваться нужно обязательно. Наша клиника постоянно принимает большое количество больных с сочетанной травмой, особенно после дорожно-транспортного происшествия. Мы, как никто, видим этих пострадавших и люди, которые пострадали при ДТП и были пристегнуты, они имеют намного меньше повреждений, чем пострадавшие, которые были не пристегнуты. Потому что люди не пристегнутые чаще всего получают черепно-мозговую травму тяжелую, которая приводит к потере сознания. Человек не может дышать. Наступает гипоксия организма и последствия соответствующие. Может произойти также аспирация. То есть человек перекрывает дыхательные пути, и спасти его достаточно тяжело. Есть редкие случаи, да, когда человеку может повезти, что он был не пристегнут, и вылетел и упал в мягкую травку. Но таких случаев намного меньше, чем у людей, которые были бы пристегнуты. Спасибо. Еще один вопрос успеваем задать. Рита Руслановна, как-то мы немножко вас обошли внимание в этой части, но я понимаю, что раз уж мы говорим о дорожно-транспортных происшествиях, о серьезных травмах и последствиях, то люди все-таки на скорой помощи попадают уже к непосредственно к специалистам. К вам же приходят люди, как к терапевту, те, кто сами себя, скажем так, могут привести к вам. А вопрос в следующем. Просто как наши люди относятся к разного рода травмам, о которых мы сегодня в программе говорим? Они, скажем так, недооценивают степень опасности, и потом вам, как врачам, приходится уже подбирать индивидуальное лечение. Либо же они, наоборот, как-то переоценивают серьезность, вызывают скорую лишний раз. И, ну, где эта тонкая грань? Как лучше себя повести в той или иной ситуации? Ну, я думаю, что откладывать надолго не стоит. Хотя вот пациенты молодые, да, и средний возраст, реже приходят за помощью. То есть проходят года, и уже потом при затяжном течении, когда уже как бы появились боли и так далее, уже после обращаются. Когда уже сразу реже. Да? Сразу обращаются, конечно же, пожилые, ну, скажем так, правильно. Те, которые в возрасте. Все приходит с опытом. Спасибо, что этим вечером вы с нами. Сейчас у нас короткая пауза, и мы продолжим. Не переключайтесь. Продолжаем вечернее ток-шоу «Через край» в эфире телеканала «Кубань-24». Спасибо, что вы с нами этим вечером. Уже очень много аспектов безопасности обсудили мы сегодня в ходе нашей программы. Но сейчас отдельное внимание стоит уделить солнечной активности, ультрафиолету, тепловым ударам, перегревам. О том, как это влияет на наше с вами здоровье, сейчас узнаем. И у нас в гостях полностью сменился состав экспертов. Представляю с радостью Татаринцева Зоя Геннадьевна, кардиолог, заведующая кардиологическим отделением номер 4 НИИ краевой клинической больницы имени профессора Чаповского. Здравствуйте. Добрый вечер. Также с нами Торгашова Анастасия Николаевна, врач-невролог первой категории НИИ краевой клинической больницы номер 1 имени профессора Чаповского. Здравствуйте. Конечно же, с нами Глузмин Михаил Иванович, главный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Краснодарского края. Спасибо, что пришли. И Сергей Ергунин, заведующий отделением общей онкологии клинического онкологического диспансера номер 1, кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей категории. Добрый вечер. Итак, о солнце, о тепловых ударах, о том, как влияет на нас с вами вот это южное, кубанское, активное солнце. Давайте начнем с вас, Зоя Геннадьевна. Как кардиологу, к вам с чем обращаются традиционно летом и с чем это связано? Ну, конечно же, прежде всего это солнечные удары, которые возникают в результате воздействия солнца на непокрытую голову. И это сопровождается болезненным состоянием головного мозга. Симптомы могут быть от легких до тяжелых. При легкой степени это недомогание, головная боль, головокружение. А в тяжелых случаях это может быть вплоть до судорог, потери сознания, гипертермии с повышением температуры до 40 градусов. И крайний случай – это, конечно же, остановка сердечной деятельности. То есть это тоже возможно? Возможно, да. Это, конечно же, крайняя ситуация. Как подготовиться до вот этого происшествия и что делать после?
Прежде всего, конечно же, солнечные удары получают люди, находясь на курортах, загорая на пляже. И, конечно же, чаще всего это люди, загорающие в период активного солнца, это с 12 до 16 часов дня. В странах, которые приближены к экватору, это время более растянуто от 11 до 17 часов дня. Люди, которые не покрывают голову, пьют мало жидкости, которые также провоцирующими факторами могут быть это и алкогольная интоксикация, и курение, избыточная масса тела, стрессы и прочее. Как предупредить это? Соответственно, надо избегать пребывания в период активного солнца, пить достаточное количество жидкости, это не менее 2 литров, а то и 3 литра жидкости за сутки. Необходимо покрывать голову, необходимо чередовать пребывание на солнце с охлаждением, это купание в море. Лучше всего начинать принимать солнечные ванны по 15-20 минут в день с постепенным расширением этого временного показателя. Как я уже сказала, пить воду в достаточном больше, да? количестве, да. Ну, вот, в общем, все, да. Понимаю, что можем повториться, и каждый специалист, конечно, нам скажет, в общем-то, наверное, одно и то же, как себя, скажем так, обезопасить. И все-таки, Анастасия Николаевна, с чем обращаются к неврологам в летний период? В летний период чаще всего пациентов либо привозят скорая помощь уже с солнечным ударом, как это называется. В результате длительного пребывания на солнце у человека может быть потеря сознания, судорожный приступ, либо плохое самочувствие в виде недомогания, головной боли, головокружения, тошноты, рвоты. Прежде всего, нужно оказать этим пациентам первую помощь. Самое главное – это убрать пациента с солнца или с, скажем так, теплого места, где он перегрелся. Прежде всего, нужно сделать ему холодный компресс на голову, либо в подмышечные области, напоить его либо крепким чаем, либо солевыми растворами, потому что у пациента может быть обезвоживание. Насколько серьезными могут быть последствия вот такого длительного пребывания на солнце? То есть, понятно, перегрев, тепловой удар. Ну, у всех людей разная терморегуляция, но если у пациента тяжелая стадия перегрева, вплоть до потери сознания, судорожного приступа, то последствия могут быть достаточно серьезными. Поэтому прежде всего нужно себя предохранять от длительного пребывания на солнце и в душном помещении. Чем еще опасен ультрафиолет, нам расскажет Михаил Иванович. Пожалуйста, скажите, сколько же все-таки нужно пребывать на солнце, как это дозировать и чем это может быть опасно? Ну вот коллега правильно отметила режим пребывания на солнце, где исключается дневной интервал с 11 утра до 17 вечера, хотя в последнее время на Кубани солнце стало чуть более интенсивным, поэтому мы рекомендуем даже несколько расширять этот диапазон до 10:30 и после 17 часов. Безусловно, самой первой опасностью пребывания на солнце является воздействие ультрафиолета, ну, как бы необоснованное воздействие этого ультрафиолета. Вот у каждого человека свой тип кожи. Существует всего общепринятых 6 типов кожи. Вот светлого скандинавского первый тип, до негроидной расы 6 тип. Ну, вы прекрасно понимаете, что уровень чувствительности к солнцу в зависимости от типов кожи сильно различается у голубоглазого блондина и у негра там, Средней Африки. Это обязательно надо учитывать. Второй аспект не менее важен. Вот сам по себе ультрафиолет, он полезен. Он способствует выработке витамина D, особенно там, у детей там, и так далее. Кстати, насчет детей. Вот до 3 лет у ребенка нету, точнее так, не сформирована терморегуляция, адекватная взрослым. Поэтому пребывание на солнце детей до 3 лет вообще как бы является нерекомендованной позицией. То есть косвенные солнечные лучи вполне покрывают потребление ультрафиолета для формирования витамина D. Что то касается... пребывание у моря – это хороший фактор, скажем так, но в тени лучше, да? Но в тени, да. Вы задали правильный вопрос. У моря вот есть дополнительные источники света, которые являются зеркалами. Да? Ну, вот то же самое поверхность моря или, к примеру, в период зимних лыжных курортов. Снега, свет является, да. Ой, снег является очень хорошим отражателем солнца и так далее. А дальше уже нужно адекватно оценивать способность кожи воспрепятствовать негативному действию ультрафиолета не только длительностью нахождения, но, соответственно, или защитой в форме одежды там светлой, которая может являться физическим барьером, или с использованием средств, препятствующих
развитие ультрафиолета. Это крема, различные спреи, обладающие тем или иным фактором защиты. Да. А они действительно полезны? И как подобрать вот этот фактор защиты? Ну, вот смотрите, максимально это 50+. Угу. Сейчас новая классификация. Но все зависит от того, в какое время, в какой длительности и при каких условиях вы собираетесь находиться на солнце. Вот если вы говорите на пляже, то его невозможно подобрать, потому что все равно вы зайдете в море, смоете, и после этого надо повторно наносить. При этом учитывайте, что мы сейчас ведем речь о нормальной здоровой коже, защищенной естественным барьером от каких-либо физических воздействий. Mm-hmm. А если при этом существуют какие-то проблемы дерматологического характера, косметического характера, тут уже совершенно иные подходы. И ну, в данном случае я бы рекомендовал проконсультироваться предварительно с дерматологом или косметологом, как препятствовать негативному воздействию солнца на те или иные дерматологические проблемы. Но известно, что при ряде заболеваний, там, например, болезни печени, болезни там, фоточувствительности и так далее, там повышенная чувствительность к ультрафиолету, которая требует ну, вот, совершенного иного подхода, вплоть до полной изоляции от солнца, там, под зонтиком, панами и с солнцезащитными очками. Вот а вы об очках сказали. Для глаз есть какая-то особая опасность в летний период, вот это яркое солнце? То же самое. Защищаем также солнечными конечно, очками, и этого достаточно. Конечно, да. И все-таки я хотел бы еще прояснить такой момент. Ну, не всегда удается себя защитить кремами, одеждой с длинными рукавами, тем более, что хочется как можно меньше на себе одежды носить в этот жаркий период. Ожог, когда он случился, насколько он может быть опасен и чем чреват? Ну, любое покраснение любой степени уже оценивается как той или иной степени ожог кожи. Вот, независимо от его градации и так далее. Хотя вплоть до пятой степени с пузырями, там, со всеми делами. Особенно это часто бывает, когда употребили алкоголь на пляже, уснули и в 3 часа там, спасибо, что разбудили, но уже с пузырями. Угу. А скажите, вот народные средства, они помогают? Потому что, ну, классификация кремов различного характера, которые защищают, она, конечно, есть. Но люди, вот, кто-то сметаной по-прежнему мажется. Я думаю, что сметаной мажется не для защиты, а уже как последствия. После, да, ожогов, вот я об этом, да. Об этом. Нет, конечно, что подобного рода подкисление кожи, ну, как бы элементы защиты срабатывают, но это не терапевтический подход. Это, знаете, emergency вот первые 10-15 минут. А в принципе, с ожогом нужно работать так же, как работают с любыми термическими ожогами. То есть в зависимости от степени распространенности, соответственно, формируется и подход. Воздействие солнца, ожоги, появление родимых пятен в летний период – это говорит о многом. Правильно ли я понимаю, Сергей Анатольевич, расскажите, чем еще чреваты вот такие длительные периоды пребывания на солнце в конечном счете? Правда ли, что в Краснодарском крае онкология именно по коже, она как-то в превалирующей степени находится? Да, конечно. Ну, я, наверное, начну с печальной статистики, которая существует у нас в крае. Никому не секрет, что наш край является солнцеактивным, и поэтому количество пациентов, заболевших раком кожи, выше, где бы то ни было. В среднем каждый год у нас в крае регистрируется где-то чуть меньше 5000 пациентов с злокачественными новообразованиями кожи, где-то 4,8 тысяч человек. Рак кожи вышел по статистике всех новообразований на первое место. Каждый пятый заболевший онкозаболеваниями – это человек с опухолями кожи. Пациенты старше 65 лет рискуют заболеть раком кожи намного раз чаще, чем молодые. То есть каждый второй пациент, человек старше 65, потенциально больной раком кожи. Каждый четвертый обязательно им заболевает. Что касается пациентов, которые находятся под патронажем нашего диспансера, то на конец года эта цифра подходила к 30 тысячам на наш 5-миллионный край. Если судить по влиянию ультрафиолета, то и по международной статистике, по нашей статистике, 90% раков возникают вследствие ультрафиолетового излучения. Если человек получил солнечные ожоги в раннем детстве, особенно до 5, этот риск увеличивается в 2 раза. Если больше 5, на 80%. 86% меланом, они как раз ультрафиолетового происхождения.
Скажите, понятно, что рак в любой степени, в любой, ну, на любых органах, скажем так, опасное, смертельно опасное заболевание, но рак кожи, он излечим вообще? Какая методика, методология лечения вот вообще предусмотрена и на какой степени? Любое опухолевое заболевание на ранних стадиях излечимо. Начнем с этого. Рак кожи тоже имеет свою классификацию, свои градации. Самый безобидный из всей классификации – это базально-клеточный рак. Он излечим, в принципе, по всему распространению кожи, кроме, конечно, критических зон. Это угол глаза, мочка уха, нос, там, где очень мало подкожной клетчатки, где опухоль прорастает сразу в нижележащие слои. Вот. Чуть-чуть злее получается, так, если говоря по-народному, это плоскоклеточный и метатипичный рак. Хуже всего дело обстоит с меланомой, которая не является раком, она исходит из пигмент содержащих клеток кожи. Вот, вот здесь статистика еще страшнее, потому что регистрация в нашем крае до 500 человек в год, 30% это люди уже с запущенной стадии 3-4, половина из них не доживают, не переживают первого года. Как, на что обращать внимание, как выражается, ну, я не знаю, родинки, родимые пятна, пигментные пятна, что это? Это сигналы? Конечно. Человек должен обращать внимание на те образования, которые есть у него, и на те образования, которые появляются. Я думаю, что их следует разделить, потому что, допустим, те же родинки по терминологии медицинской – это невусы. Они сопровождают человека всю жизнь. Ну, обращать нужно внимание именно на те, которые появляются после 30 лет. Растут, изменяются. Очень важно смотреть на изменения размеров, формы, цвета, образования. Независимо, было оно темное, стало светлым, или было светлое, стало темным, или побелело вокруг, появилась корочка, изъязвление и так далее. На все это нужно обращать внимание. Если что-то вы заметили сами, это произошло, нужно немедленно обращаться к специалисту. Ну и тогда, если позволите, еще один вопрос успеваю вам задать. То есть ваш совет какой для жителей нашего края? Не загорать вовсе? То есть или, ну вот, дозированно? Ну, не всегда получается. То есть понятное дело, что в начале сезона мы еще все светлокожие, уже к августу месяцу мы все становимся смуглыми. То есть понятно, что это опасно, но как же быть? Я думаю, что загорать нужно, но все должно быть в меру. То есть, вот, как правильно коллеги сказали, что это должны быть часы для загара, либо это утро, либо это вечер. Вот, нужно избегать солнца активного периода, когда действует жесткий ультрафиолет, который подвергает нашу кожу мутациям, а соответственно и опухолевым заболеваниям. Спасибо большое, Зоя Геннадьевна. Вопрос еще к вам. Вот давайте уже, наверное, от, скажем так, активного солнца перейдем, в принципе, вернемся, точнее, обратно к жаре, которая наступает с активным солнцем. Мы проговорили, вот, допустим, коллеги-дерматологи сказали о том, что детям очень опасно, для детей очень опасно солнце. Какие еще категории граждан должны, скажем так, трепетнее, внимательнее относиться к своему здоровью в летний жаркий период? Но вот если у детей не сформирована еще система терморегуляции, то у пожилых пациентов она, наоборот, уже истощена. И поэтому пожилые пациенты, так же, как и дети, подвержены прежде всего тепловым и солнечным ударам. Поэтому они, собственно, сложнее переносят, да, летний период? А какие симптомы заболевания, хронические заболевания тоже рекомендуется, скажем так, уделить особое внимание в летний период? Любые сердечно-сосудистые заболевания будут обостряться в летний период. Поэтому прежде всего всех сердечников надо остерегать, находиться длительное время на солнце, носить панамы людям пожилого возраста, тем более это лето, период огородов, люди начинают выходить на открытые пространства, работают, мало пьют и зачастую не носят панам, шляп. Ни в коем случае нельзя так относиться к себе. Анастасия Николаевна, последний вопрос этой программы я задам вам. Мы как-то совсем упустили из виду, что летом-то у нас на улице жарко, а в помещениях стараемся сохранить прохладу. Включаем кондиционеры на всю катушку. Вот эти температурные перепады, они чем опасны, чем чреваты использование кондиционеров и как найти этот баланс? Конечно, человек из жары с улицы старается попасть в помещения, где работают сплит-системы, кондиционеры. И такой резкий перепад тоже не очень хорош для состояния человека. Могут возникнуть и головные боли, и простуды, и
респираторные заболевания. Поэтому, прежде всего, наверное, температура в помещении должна быть комфортная. И, конечно же, из жаркого помещения человек не должен попадать в душное такое же, да, помещение. Поэтому, если температура комфорта в помещении, где он находится целый день, его рабочее место или дома, то я думаю, что тогда последствий серьезных никаких не будет. Спать под работающим кондиционером можно или нет? Ну, многие люди спят под работающими кондиционерами. Если температура, опять же, комфортная, не 16, а 22, это достаточная температура, чтобы не было жарко, но чтобы не простудиться, то, я думаю, можно. Спасибо за ваши ответы, пожалуйста, дорогие гости. На этом наша программа подошла к концу. Я думаю, мы предупредили наших телезрителей, напомнили обо всех возможных опасностях, которые подстерегают нас летом. Ну, а после короткой паузы я подведу итоги голосования, которое проходило на нашем сайте kuban24.tv. Дождитесь и не переключайтесь. Две недели остается до начала календарного лета, и если с весной нам, может быть, не очень повезло по погоде, я имею в виду, то в любом случае в Краснодарском крае летний зной продержится дольше и начнется раньше, чем в среднем по России. А значит, опасностей, которые нас подстерегают в летний период, гораздо больше. И в самом начале программы мы спросили, а чего стоит на самом деле опасаться жарким кубанским летом? Давайте подведем итоги голосования на сайте. 45,5% ответивших считают, что, конечно, солнечная активность представляет наибольшую опасность со всеми вытекающими последствиями. На втором месте по представлениям опасности 42% заявляют о кишечных инфекциях. На третьем месте 10,5% боятся травм. И не добрали до 2% насекомые и животные, которые также могут быть опасными. В любом случае, берегите себя, будьте здоровы, смотрите «Кубань-24». До встречи в эфире.